Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся на высоком берегу в Анапе, в 15 метрах от кромки обрыва, за которым открываются бескрайние просторы Черного моря. Сегодня в Анапе ветер резко развернулся и стал благоприятен для полетов в динамике, или, как еще говорят, в слопе. Я звук выключил, потому что в такой ветер говорить просто невозможно. При замере скорости ветра анемометром показания прибора зашкаливали от 10-15 метров в секунду до 18,5. И поэтому мой самолет «Шустрик» категорически отказался летать. Слишком уж он очень легкий по весу. Ну а пока Сергей готовит более тяжелый самолет к полету, давайте разберемся, что такое полеты в слопе, или, как еще говорят, в динамике. Слоп от английского «полеты на склоне», когда сильный ветер упирается в склон, на его изгибе образуется сильный восходящий поток. Ширина этого потока велика и уходит в море. Вот как раз в этом месте и возможны спокойные парящие полеты без двигателя. Здесь можно парить часами вместе с любопытными чайками. Не забывайте про линию склона. Из-за нее не залетайте, ибо за ней находится роторная зона, в которой полет невозможен, и вы разобьете самолет. Ну а теперь давайте посмотрим, как происходит запуск. Становитесь на кромку склона и кидаете самолет в сторону ветра. Мощный воздушный поток подхватывает его, и вы начинаете парить. Двигатель тут не нужен. Маневрировать можно рулями управления. Если вы опустите нос самолета, он полетит против ветра. Если нос поднимется, самолет станет набирать высоту. Так что, пользуясь рулями управления, можно парить часами и даже выполнять фигуры высшего пилотажа, так как питание аккумулятора расходится только на работу приемника и сервоприводов. Самый тяжелый и ответственный момент – это, конечно, посадка. Вам придется набрать высоту и залететь в роторную зону, в которой самолет всевозможными завихрениями начнет болтать, и его приходится удерживать. В нашем случае я считаю, что посадка произошла успешно. Единственное, что самолет зацепился за кочку и скапотировал. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи, летайте по жизни высоко и не падайте.